Приветствую, дорогие друзья! Начинаем четвертый выпуск нашей программы «Дом культуры». Января 1826 года родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Русский писатель, журналист, главный редактор журнала «Отечественные записки», тверской и рязанский вице-губернатор и самый яркий критик российской действительности. Согласитесь, что такое сочетание абсолютно немыслимо в современной России, особенно если вспомнить сегодняшних губернаторов. А вот те меткие афоризмы, которые он нам оставил. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Что и происходит. Каждый день изумляешься. У нас в России воруют все. И при этом хохоча приговаривают: да когда же это все закончится? Прекрасно. Благонадежность – это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость. Да, это так. Взятка уничтожает все преграды, она делает сердце чиновника доступным для наших невзгод. Гражданская зрелость – это переход от скандальных анекдотов к более аккуратному ловлению взоров начальства. Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. А вот замечательное. Многие склонны путать два понятия – отечество и ваше превосходительство. У Салтыкова-Щедрина особый юмор. Юмор полный сарказма, а его фантазии парадоксальны и эксцентричны. Мне это очень близко. Поэтому я горд, что в прессе меня неоднократно называли новым Салтыковым-Щедриным в кинематографе. Тот стиль Салтыкова-Щедрина, который я называю саркастический эксцентризм, лучше всего продемонстрировать на каких-нибудь примерах. Предлагаю фрагмент из своего фильма «Бакенбарды». Дядя Паш, у вас тут где-то посмертная маска Пушкина была. Упала маска. Упал и разбился. Жаль. А бюст есть? Бюста? Вон бюста. Да хренище. Сколько хочешь, столько бери. Не, нам Пушкин нужен. Это не ко мне, это к Никушкину. Это он специалист по Александру Сергеевичу. А мы все больше кульчеваем. А если я вам закажу бюст Пушкина? Денег не хватит. Пушкин, говорите? Почему Пушкин, спросите вы? Вы, чьи мозги выхолощены и одурачены нашей очень средней школы. Не обижайтесь, пожалуйста. Мои мозги тоже были выхолощены. Но, к счастью, нашлись люди, которые мне показали путь к Пушкину. И передо мной открылся другой мир, полный добра и света. А сейчас я буду читать стихи Пушкина. А вы будете сидеть и слушать. И попробуйте понять. Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой, нетерпеливую душой отчизны внемлем призывания. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы.
Товарищ, верь! Зайдет она! Звезда пленительного счастья! Россия вспрянет ото сна! И на обломках самовластья напишут наши имена! А сейчас переходим к Антону Павловичу Чехову. Он родился 17 января 1860 года в Таганроге. Чехов – это человек, который перевернул представление о театре, в корне изменил отношение к театральной драматургии. Во все времена люди стремились в театр, чтобы увидеть увлекательное зрелище, узнать интересную историю о том, как герой добивается своей цели, преодолевая препятствия. Или как он попадает в какую-нибудь трудную ситуацию и выбирается из нее, тоже преодолевая препятствия. Каждый эпизод или сцена этого действия двигала историю вперед, от завязки к развязке, и текст диалогов и монологов был очень важен и информативен. Он сообщал зрителям, что происходит, его можно было пересказать. И так было от древнегреческого театра до второй половины XIX века, когда появился Чехов со своими героями. Персонажи Чехова никуда не стремятся, а если стремятся, то только на словах, ничего не делая для осуществления своих целей. Они плывут по течению, обмениваясь часто ничего не значащими репликами. Ну, например, как доктор Астров из «Дяди Вани», подойдя от нечего делать к карте мира, произносит: «А должно быть, в этой самой Африке теперь жарище, страшное дело». То есть вместо того, чтобы увлекать зрителей, которые сидят прикованные к театральным креслам на 3 часа, Чехов нещадно разбазаривает время. Неудивительно поэтому, что его премьера «Чайки» провалилась в Петербурге. Вот как он сам писал своему брату: «В Александринском театре она шлепнулась и провалилась с треском». А Толстой говорил Чехову, что тот ничего не понимает в драматургии и лучше бы занимался своими рассказами и повестями, которые у него неплохо получаются. И только Станиславский угадал новизну в стиле Чехова. Он понял, что его новый стиль диалога гораздо более достоверно отражает действительность, в которой люди разговаривают, не вкладывая в свои реплики чаще всего какого-то смысла и добиваясь своей цели. Они просто общаются текстом. И в этом есть правда жизни. И вот, решив подкрепить эту правду диалога, Станиславский заполнил свои декорации натуральной мебелью, натуральными продуктами, едой. Там запели сверчки. И вот эта достоверность производила такое ошеломляющее впечатление на зрителя, что публика валом валила на спектакли по Чехову в Амхате. Оказалось, что достоверность, которую создает искусство, поражает зрителя. Этим, конечно, воспользовался кинематограф, в котором достоверность является одной из важнейших черт, потому что кинематограф претендует на эффект подглядывания. В сегодняшнем кинематографе, в фильмах, посвященных современности, обычно используется текст и диалог, близкий к Чехову, в его стиле написанный. Это тот вариант, когда смысл видится не в тексте, а в подтексте, когда под диалогами и монологами мы видим второй план, пытаемся его угадать. Вот как о Чехове сказал мудрый ирландский писатель Джеймс Джойс. Мне очень нравится его высказывание. «Это первый драматург, который сократил мир до его истинных размеров. В отличие, скажем, от Шекспира, для которого театр – это конфликт страстей и честолюбия. Отношения между персонажами там могут накаляться до красна. А у Чехова люди теряют саму способность общаться друг с другом. Каждый живет в своей вселенной. Даже любя, они не способны участвовать в жизни другого. И это одиночество их ужасает. Это про нас». В этой связи я хочу напомнить и даже показать фрагмент из замечательного фильма начала 80-х годов, снятого Константином Худяковым по сценарию Анатолия Гребнева. Фильм назывался «Успех». Рассказывал про то, как молодой амбициозный московский театральный режиссер приезжает в крепкий областной театр ставить Чехова «Чайку», так как он ее понимает. И здесь происходит чисто чеховская история. Режиссер сталкивается с театральным коллективом, который представляет собой муравейник, полный заскорузлых традиций, интриг, актерских амбиций. Этот муравейник выстраивается глухой стеной, в глухую оборону против режиссера, несущего новую мысль, новое свежее понимание Чехова. Вот об этом фильм
И там этого режиссера играл замечательно Леонид Филатов, а рядом с ним блестяще играли Алиса Фрейндлих, Удовиченко, Дуров, Ромашин, Збруев. Превосходная картина. Я предлагаю посмотреть из нее фрагмент, а по возможности пересмотреть фильм целиком. Гена, Ген, нам надо выяснить отношения. Ты считаешь? Да. Ну, давай. Олег, дай мне свет подряд по всему первому акту. Слушай. Я пришел набить тебе морду. Я тебе не советую. Ты решил от меня избавиться? Нет. Нет. Я не решил, я думаю. Думаешь? А чем я тебя не устраиваю, а? Тем, что живу своей жизнью, а не твоей, да? Но у меня другой нет. И не будет. Тебе нужны единомышленники в искусстве. Ты художник. Художник. Ну, купи себе холст, краски. Но ведь нет. Тебе нужны живые люди, которых ты выдавливал, как тюбики на свои полотна. Господи, ты посмотри, на кого ты похож, а? Посмотри на себя. Ведь ни радости, ни любви человеческой. Художник с лицом убийцы. Вот, Олег, вот. Можешь? И руки выразительные, и глаз точный, и темперамент пошел. Ага. Можешь? Да, могу. А на сцене на часы смотришь? Да, я смотрю на часы, потому что я спешу. Я спешу жить. Господи, да кто тебе сказал, что твоя жизнь лучше, чем моя, а? Ты посмотри на себя. У тебя та же самая корысть, ты такой же деловой человек. Ничуть не лучше, ничуть. Ну, может быть, не модные пижаки, а модные спектакли. Вот и вся разница. Вся. Вот, замечательно, Олег. Вот смотри, как тебя разбирает, когда ты оскорблен. А Треплев оскорблен всей своей жизнью. Он раненый человек. Вот так завтра будем с тобой пробовать. Попробовали. Все! Подними. Да пошел. Подними! Что, иди. Где? Ах ты, сволочь! Погасите это все. Января 1882 года в Лондоне родился Алан Милн, автор знаменитого «Винни-Пуха». Он написал его для своего сына Кристофера Робина, а книга стала знаменитой на весь мир, и все дети ее полюбили. Для меня «Винни-Пух» связан с особыми воспоминаниями. Шел конец 60-х годов. Я заканчивал театральный институт, и педагог по мастерству Владимир Викторович Петров, потом возглавивший впоследствии кафедру актерского мастерства института, предложил мне стать его ассистентом в спектакле «Винни-Пух», который его пригласили ставить в Малый драматический театр. И еще, самое главное, он предложил мне стать композитором, придумать музыку для этой постановки. Должен сказать, что я был известен в театральном институте как сочинитель музыки ко многим работам моих коллег по курсу и по соседним курсам. Кроме того, писал музыку для всех капустников, где участвовал как артист и музыкант. Меня это предложение очень увлекло. Я жаром взялся за сочинение. И хочу показать вам одну из песен. Песенка «Винни-Пуха», которую я помню до сих пор. Опять ничего не могу я понять, опилки мои в беспорядке. Везде и повсюду опять и опять меня окружают загадки. Возьмем это самое слово опять, зачем мы его произносим?
Хотя мы свободно могли бы сказать о 6 и о 7 и о 8. Было написано еще очень много песенок, мелодий. Потом я их использовал в своих фильмах. А спектакль этот имел большой успех. Его смотрели дети вместе со своими родителями, и он продержался несколько лет в репертуаре Малого драматического театра. А кроме Винни-Пуха, я люблю поэзию Алана Милна. Его стихи полны юмора и изящества, особенно в переводах Самуила Маршака. Помню, с каким блеском читал балладу о королевском бутерброде молодой Сергей Юрский. Мы все восхищались им, поэтому я решил в Ютубе отыскать это выступление. Однако, к сожалению, нашел только позднего Юрского. Но зато я нашел там Аркадия Райкина. Он читает то же самое стихотворение за кадром в мультфильме Андрея Хржановского «Баллада о королевском бутерброде». Я хочу показать финал этого стихотворения в двух исполнениях. Это любопытно увидеть и услышать в связи с поэзией Алана Милна. Король воскликнул: масло, прекраснейшее масло, отличнейшее масло. Я так его люблю. Никто-никто, сказал он, не вылез из кровати. Никто-никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто-никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто-никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Король воскликнул: масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто-никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто-никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто-никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто-никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. The King's breakfast. Ой, да. Января 1839 года родился Поль Сезанн, французский живописец. Это был человек, который очень по-особому видел мир, поэтому живопись его отличается от всех и всегда узнаваема. Он вообще был уверен в своей гениальности и при этом был очень плодовит. Написал, то есть осталось от него, не менее, а может быть даже больше, 800 полотен. А поскольку он был к себе необычайно требователен, он боялся, что не сумеет воплотить свое уникальное видение на холсте, и поэтому выбрасывал очень много вариантов и копий, и моделей, и набросков. Поэтому их было, наверное, не меньше, чем картин. Это был большой трудяга, уверенный в своей гениальности, который никак не мог доказать. Вплоть до 1904 года, когда ему исполнилось 65 лет. Один смелый предприниматель, занимавшийся продвижением и продажей картин, был человеком, тонко чувствующим живопись. Он первым среди своих коллег угадал новаторство Сезанна и почувствовал, какой прорыв может произвести выставка этого художника. Поэтому он на свой страх и риск снял салон и огромный зал заполнил сотнями картин художника. Это был триумф Сезанна. Картины стали покупать на расхват, он стал известен во всей Франции. И последние 2 года жизни прожил в славе, которой стремился всю жизнь. Сегодня он признанный классик живописи, как и его коллеги-импрессионисты. Про Поля Сезанна рассказывается в 2 известных мне лентах. В французской картине Дэниела Томпсона «Сезанн и я» и английском 4-серийном фильме «Импрессионисты», фрагмент из которого я вам предлагаю посмотреть. –
Сезанн был первооткрывателем. Он жаждал найти свою истину. Его искания придали импрессионизму совершенно новое направление. Дом повешенного в Авере. Поль Сезанн. Задушенная женщина. Поль Сезанн. Его работы выглядели такими дикими и незаконченными, что приводили людей в ярость. Купальщицы. Поль Сезанн. Критики громили его язвительнее других. Поль Сезанн – истинный импрессионист. Каждая новая его картина оглушает больше предыдущих. Нет, мы этого не потерпим. Это еще цветочки. Одну из моих обнаженных они сравнили с трупом. Они не так уж и ошибались. Как они смеют называть меня импрессионистом? Сезанн. Ты хуже Дега. Как ты можешь говорить, что в твоем стиле нет ничего от наших экспериментов? Ты что, слепой? Вы даете мне вдохновение. И ты тоже Ренуар. Но пишу я совершенно по-другому. Мы все разные. Нет. Я другой. Мир выглядит сложным, а фокус в том, чтобы сделать его простым. Я потрясу Париж яблоком. Натюрморт с яблоками и печеньем. Игроки в карты. Поль Сезанн. Яблоки и апельсины. Поль Сезанн. Негр Сципион. Поль Сезанн. Неподвижность и столько жизни. Я возьму Эстак. Эстак с его диким очарованием. Что? Я первый его увидел. А я первый достал кошелек. Натюрморт для господина Дега. Безукоризненное художественное полотно. Натюрморт со стаканом и яблоками. Поль Сезанн. января 1809 года в Бостоне родился Эдгар Аллан По, американский поэт и писатель. С поэзией Эдгара По я не слишком хорошо знаком. Знаю, конечно, его знаменитое стихотворение «Ворон», где есть рефрен «Ворон молвил nevermore, помни о смерти». А еще я очень люблю симфоническую поэму «Колокола» Рахманинова на стихи Эдгара По в переводе Бальмонта. Вот она как раз звучит. Когда я был подростком, мама принесла домой книжку, небольшую книжку в мягком белом переплете с названием «Золотой жук. Сборник рассказов». Автор Эдгар По. Я впервые увидел это имя, а книжку открыл и сразу прочел от корки до корки. Там были интереснейшие истории. Потом я стал искать все, что мог найти у Эдгара По, и прочитал все страшные истории. Особенно мне запомнились «Убийство на улице Морг», «Маска красной смерти», «Колодец и маятник», «Бочонок Амонтильяда». Я даже помню, как начинался этот рассказ. «Меня жестоко оскорбил Фортунато». И потом этот герой, автор рассказа, замуровывает своего недруга в подвале в стене. Страшная, вообще говоря, история. А вот как об Эдгаре По писал знаменитый бельгийский писатель и драматург Морис Метерлинк. «Эдгар По оказал на меня, как в конце концов на все мое поколение, самое значительное непрекращающееся и глубокое воздействие. Я обязан ему пробуждением во мне чувство таинственного и страсти к потусторонней жизни». Вот эти же чувства испытал и я в подростковом возрасте. Но среди рассказов По, страшных рассказов,
я нашел один юмористический. Он называется «Очки». Там рассказывается про молодого человека, страдающего близорукостью. Вдаль он видел хорошо. Увидел красивую девушку, влюбился в нее. Но когда пошел на свидание с ней, очки не надел, потому что ему казалось, что они его портят. И объяснился в любви не девушке, а ее мамаше, перепутав. Это вызвало конфуз и, конечно, смешной финал. Когда я стал преподавать режиссуру, я своим студентам рекомендовал этот рассказ как сюжет для дипломного фильма. Но никого он не вдохновил. Поэтому я обращаюсь к вам, тем, кто собирается снимать короткометражный фильм и ищет для него сюжет. Перечитайте рассказ Эдгара По «Очки». Сделайте из него сценарий. Это будет превосходная история для фильма. Смешного и забавного. Страшные новеллы Эдгара По, которые я так любил в детстве, вероятно, оказали какое-то влияние на мое развитие и вкус. Поэтому через много лет мы с моим соавтором Владимиром Мардунасом придумали свою страшную новеллу про зомби-угонщиков для сериала «Русские страшилки», фрагмент из которого я вам предлагаю. Конечно. А чего они так жутко воют, Фомич? Нельзя качуют. Нельзя, как он всегда по весне наружу стремится. Не любит сырости-то. А кто ж ее любит-то? Фомич, а то есть как это стремится? Ну, известно как. Молодой ты еще вонятка. Необстрелянный. Робеешь без лютости-то. Не робей. Ну, я пойду, а ты покарауль. О! Мужик, наверное, придет. Это верная примета. О! Пойду скажу за это, да. А ты посторожи. Здесь есть кто-нибудь?
Ванятка, ты чего? Фомич, они идут. Это наши мертвяки. Уходят. Ух ты. Видишь? Мать честная. Видно, надо им куда-то. Ну-ка, стой! Куда? 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 Ну-ка, стой! Я сейчас буду стрелять! Я сейчас стрельну! Куда? Коля, стреляй! Коля, стреляй давай! Должен сказать, что в отличие от мистических новелл Эдгара По, наша история отличается тем, что ее мистика основана на хитроумно разработанной афере, в которой участвовали и пьяница-сторож, и охранник автостоянки, и мнимые зомби, которые таким причудливым образом организовали свой бизнес в России. Вообще сюжеты наших страшилок мы узнавали из газет или от знакомых, так что можно сказать, что русские страшилки – это своеобразный портрет сегодняшней России. Января 1901 года в польском городе Вильно родился Иосиф Рувимович Хейфиц, которого мы знаем как всемирно известного скрипача Яшу Хейфица. Польша входила в то время в состав Российской империи, поэтому вполне естественно, что юный Йося поступил в Петербургскую консерваторию, чтобы совершенствовать мастерство скрипача. И уже через 3 года он гастролирует в Берлине, играя сложнейшие концерты для скрипки с берлинским оркестром. Было ему в ту пору всего 11 лет. Концерты прошли с триумфом, и о юном скрипаче заговорила вся Европа, весь мир. В 1917 году Хейфиц с семьей впервые прибывает в Соединенные Штаты. В Карнеги-Холле он дает свой концерт, который проходит с триумфом. И тогда, посоветовавшись с семьей, Хейфиц решает остаться в Соединенных Штатах. В это время в России происходят бурные, непредсказуемые события. И семья принимает абсолютно правильное, единственно возможное решение. Это решение спасло здоровье и жизнь Яше Хейфицу и позволило стать ему величайшим скрипачом мира. Я не преувеличиваю, величайшим среди великих, потому что не надо быть музыкантом для того, чтобы, взглянув на его игру и услышав звуки, которые он извлекает из скрипки, понять, что равного ему нет. Наверное, можно сравнить Хейфица с Николо Паганини, о котором ходят много легенд, но это легенды. А Яшу Хейфица мы можем увидеть живьем на экране. Предлагаю вашему вниманию фрагмент из фильма, где Яша Хейфиц дает мастер-класс студентам консерватории. Now, we just have time for one request, and then we really have to leave. Forte staccato! Thank you.
Существует немало легенд про скрипачей-виртуозов. Одна из них произошла в России, связана с историей, поскольку случилось в эпоху правления Екатерины II, стала историческим анекдотом, и мы экранизировали ее для нашей программы «От форте до пьяно». Предлагаю ее вашему вниманию. Генерал-фельдмаршал, светлейший князь Потемкин Таврический, прочел как-то, что в Италии есть один непревзойденный скрипач по имени граф Морелли, и что его скрипка звучит, как пение ангелов, и слушать его игру – райское наслаждение. Очень захотелось светлейшему князю самому убедиться в этом. Он вызвал своих адъютантов. Немедленно ехать в Италию, город Флоренцию, найти скрипача, графа Морелли, и доставить сюда. Адъютанты тут же пустились в путь и, прибыв в город Флоренцию, без труда отыскали дом, в котором живет знаменитый скрипач. Вы граф Морелли? Да. У меня приказ от его высочества, генерала-фельдмаршала, князя Потемкина Таврического, немедленно доставить вас в Санкт-Петербург для высочайшего обозрения. Что? Иван Пихто! Передайте его сиятельству, что бонжур к такой-то матери Аллегро Модерата Нон Троппа вместе со своим приказом, вместе со своим Петербургом и вместе с такими мудаками, как вы! И адъютантам ничего не оставалось делать, как ретироваться, оставив графа Морелли и надежду выполнить приказ. Однако как же возвратиться в Санкт-Петербург без скрипача? Потемкин этого никогда не простит. И решили адъютанты залить горе вином в одной итальянской таверне. А в это время в кабак нагрянули цыгане. Цыганский скрипач очень понравился русским офицерам и навел их на смелую мысль. Переодев цыгана, который к тому же оказался еще и евреем, адъютанты решили представить его генерал-фельдмаршалу Потемкину. Это граф Морелли. Сыграй! И поскольку Потемкин обожал цыганскую музыку, игра скрипача показалась ему райским откровением. Он оставил лже-Морелли при себе, дал ему чин, и тот дослужился в конце концов до полковника, оставив в России многочисленное потомство. На этой веселой ноте я заканчиваю 4-й выпуск и займусь 5-м. Ждем вас в гости.